Добрый день, дорогие зрители! Наступило 14 июня 2015 года. Мы уходим с озер Бугуринских. Уходим домой. Вот это озеро Перговы. Большое озеро. Большое озеро. Рыбное, да. Озеро. Там много-много рыбы. Но, к сожалению, недоступной нам. Мы чисто подышать воздухом. И все. Так, что у нас тут? Ворнер, как у тебя настроение? Боевое. Боевое. Я вижу по твоему голосу, какое оно боевое. Скажи, что мы выбиваемся из графика. Выбиваемся из графика. И можем опоздать на поезд. Это уже мой огород, Камень? Не, а при чем тут твой огород? Ясно, все понимаю, понимаю. Вот он, вот он. Ты что, опять стесняешься, что ли? Да. Нифига тебе комарики полюбили. Все равно не отпилишь. Слышь, Саш, забери, пожалуйста, этот тряпочку эту, пригодится. Погода вообще классная стала. Спали в избушке, тепло, хорошо. Ворнер, ты жарко было, ты ушел вроде потом, да, с избушки? Душно. Душно было, да, да. Я разделся уже, спал так в трусах. Свежо, хорошо, да, Грибова? Ну. Мухи не кусают, да? Ну где лучше, на антитах или здесь? По-моему, здесь. Да ну? Ну да. Нет, я привык на антитах. На антитах, да? Но. Лучше, да. Меньше народу меньше. Там, да, меньше народу. Как-то там место поинтереснее, да? В общем, сейчас скоро пойдем. Так, время сейчас у нас сколько? 12 часов 25 минут по Москве. У тебя тоже так же, да? 27 минут у меня. У меня падают часы. Понятно. Что-то там не можешь завязать, да? Ну, было вот развязать. А, развязать? Может, ножик дать? Машину затягивали, машину прям. Комары, столько комаров. Ну не так много, но он сидят у него на спине, да? Скажешь, когда махнешь? Да-да-да, вот уже все, я записываю, Грибобас, присказку твою. Второй дубль. Мы пошли ловить рыбу. Он что, искать рыбу, а поймали рака. Мы пошли ловить рыбу, а поймали рака. И целый день мы искали, где у рака, опа. Игорь Джан идет впереди. Кочки, смотрите, какие. Качкарник. Очень, кстати, плохая местность, качкарник. Ноги можно переломать на нем. А вот это морожка цветет. Игоря засосала трясина. По самой не хочу. По самой не хочу. По самой не хочу. Сейчас мне предстоит. Ну, а давайте просто.
бочком, бочком. Ребята тоже бочком, бочком. Ну я прошел хорошо. Ты хорошо, да? Я по такой ко мне прошел. Ну сейчас такого как бы духоты зато нету, да? Ага. Вроде бы? Ну. Что хоть не душно. Тебе уже душно, да? Вездеходная дорога. Карликовая березка. Это только начало 6-часового пути до станции Полярные Бугры. Вот посмотрите, вездеход как березку как повалил. Да Игорь Джанов уже оказался сзади всех. Он должен впереди всех идти. Игорь Джан? Да. Надо пропустить Игорь Джана. Под конец похода Игорь Джану Ютуб надоел. Это рождённое. Какое-то единичное лицо. Он любит сниматься, когда у него лощеное личико. Только тогда. Да, Игорь Джан? Нет, я не люблю вообще. А, вообще не любишь сниматься, да? Ну, мы только рака нашли и долго искали, где у него. Опа! Опа, да!
Игорь Жан, а ты хоть выспался там в лесу-то? Молодец. А ты, Грибобас Джан, Грибобас Джан, ты выспался? Выспался. А Ворнер Джан? Выспался. Вот, вот это ж это замечательное дело. Сейчас дома вы горы будете сворачивать. Горы, да. Ну? Запас энергии. Ну, как минимум на 2 месяца, наверное. А что, вот отдых, в принципе, это вот самый классный отдых, это на природе выспаться, да? Да, правильно. Скорее всего, на свежем воздухе, да. Вот. Поспать, отдохнуть от этих всяких шумов, от телевизора, от компьютера. Скорость где-то около 3 км/ч у нас сейчас, я так думаю. Грибобас, а вы в пустыне ходили где-нибудь, нет? Пешком? Ходили. Много? Ну, 5-6. Ну как, мы как на машине ездили, да? Вот, и там, типа как погулять, типа того. Вот. Куда мы ходили, по пустыне. Просто погулять? Да. Там этих варанчиков ты видел, да? Да, варан, много варан, главное большие. 4 метра так по 2, по 3 длиной. И зубы очень здоровые. Но они очень быстро бегают, между прочим. Быстро-быстро. Змей видел много очень. Вот там пауки. Вот, много пауков там. И пауки были ядовитые. Мы все равно засели. Вот. И так много видел. И большие трещины пахли, и ползали там по пескам там, по траве, ползали. А они же черепахи вроде бы воду любят. Вот воду любят, я тоже любят, а они так жили в пустыне. Вот так вот, а вот там воды нету. Ну там тепло, там жара, трещины очень. Мы же были пляжки такие. И яндак носили мы с собой. Такое, это была ведь уже крючка. Мы варили, короче, такая золотая получалась.
Ян так называется. Мы гулять, мы с ним ходили, мы гуляли. Это у вас просто прогулки или обходы были? Не просто прогулки, были обходы. Время 13:30. Идем по болоту. Грибобас и Игорь Джан сняли с себя теплые куртки. Где-то полчаса назад. Очень много цвета морожки. Что, до ресторана далеко? Не знаю. Не знаешь? До ресторана. Какое название? Попал. Сейчас нам надо дойти до ресторана. Там надо будет передохнуть. Как Игорь Джан говорит, что там полпути.
А это зачем снимаешь? Я показываю ягель. Ага. Он когда сухой, он такой прям как ломается. Хочу показать зрителям. Ага. Когда он влажный, он такой, ну, как бы не ломается, а вот когда сухой, аж как порох, ну, как объяснить. Ага. Вот. Как засушил мучок. Видите, он раскрошился весь. Угу. Присели отдохнуть. Мне комарик в глазик попал. Игорь Джан достал его. Вот. Ворнер там лежит, да? Да. Грибобас ходит, да? Да. Угу. Вот такие новости. Они снуют туда-сюда, туда-сюда. Да. Нормально. Полчаса до ресторана остается. Грибобас, может, что-то какое-то веское слово свое скажешь? Ну, что там говорить-то? Да. Язык еле поворачивается. Грибобас решил сказать свое веское слово. Давай, Грибобас. Жуйте ягель, будьте дровосеками. Молодец! Спасибо! Дай что-то ложки для возможности. Так, мы находимся уже в ресторане. Время 15 часов. Да-да-да, я сейчас 0,2 минуты. Я уже попил чаек со сгущеночкой. Ребята добивают сгущенку. Сладкая детка, да? Думают, кому же ее добить? Кому она достанется? Грибобасу досталось, нет? Досталось, досталось, я вот да. взял, мешай он. В общем, у нас чай, хлеб и сгущенка. Да. Подкрепление и опять в дорогу. И в дорогу, да. Еще 3 часа ходьбы. 3 часа, да? Ну, примерно 3, да. Понятно. Время 15 часов 52 минуты. Посмотрите, как разбушевался гнус. Комары. Даже можете послушать звук. Насладиться. Наслаждайтесь звуком комаров. Слушайте. Засыпать очень хорошо так. Грибобас, ты любишь под такой звук засыпать? Запросто. Да. Ну-ка, изобрази, как комары жужжат. Ну-ка, подожди-ка, я поближе так, чтобы ты... Ты что, присядь, а то тебя освещает. Присядь. Присядь. Это... Давай, изображай. Ворнер, изобрази, а, пожалуйста, звук комаров. Ты какой-то умирающий комарик. Умирающий комарик. А это песни, а тебе они поют. А это, а теперь, Грибобас, звук комара в этом, как сказать, в стиле езя. В стиле езя, давай. Ну, а как это понять, как это? Ну, ясь, ты знаешь, как говорится. Ну так, помнишь, да? Yeah. Да, а сейчас комар, чтоб так, жужжал так. Okay. А, давай. Давай. Ученик езя, да, комар? Да. Ну-ка еще раз. У тебя аж слюни потекают. Ну, от радости. Ну-ка, я по у меня получится в стиле езя. Только подожди-ка.
Классно, Джон, классно. Браво. Тоже понравилось, да? Да, отлично. Это мистер Шмидт, комар мистер Шмидт. Понял. Все. Насладились звуком комаров? Еще послушайте, и потом я выключаю камеру. Во! О, вроде к дороге подходим. Ага, вон дорога. Вон дорога, я вижу. Вот там, видать. Кстати, дорога твердая, да? Угу. Ну, то, что сухо просто, а так-то она... Ну, если влажная, она была бы мягкая. А, понятно. Ну, пошли туда, где, да. где плиты. Да, да, я знаю. А получается, вот где знак, это там, значит, труба идет, что ли? Вот так. Я не оборачиваюсь, там какой-то ужас. Такой. Комары? Да у тебя то же самое, повернись. Да, я знаю. Вон, я за грибобасом вижу, там сколько комаров.